Ряд граждан в Азербайджане покидать свои дома сможет после введения своих данных на сайте jazeera.gov.az. Это сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, включая лица публичного права, а также работники частных компаний, которые свою деятельность продолжают. Еще на портале смогут получить разрешение лица, отвечающие за безопасность, включая техническую, в тех компаниях, которые временно приостановили свою работу, а также волонтеры Министерства труда, служб ОСАН и БИР, а также нескольких общественных объединений.